Доброго дня! Сьогодні ми розповімо вам про парад «Невест 2013», організований каталогом «Свадьба в Харкові», що відбувся у Харкові вже в шосте. А зараз 9 година, і ми знаходимося у бальній залі «Харків Пелес». Зараз тут почнеться дуже важлива мистецька і культурна подія нашого міста – парад наречених, в якому я теж беру безпосередню участь. У межах параду невіст відбувся конкурс стилістів. Цьогоріч 48 кращих стилістів Харкова презентували власні роботи у номінаціях «Леді-мама», «Бізнес-леді», «Леді-профі», «Леді-богема» та «Леді-майбутнє». Власне, я брала участь у номінації «Бізнес-леді». Мій стиль створювали перукар Людмила Клімчук та візажист Ірина Кріковцова. Які враження від робіт? Я, как обычно, впечатлена. Сейчас совершенно не могу составить какое-то окончательное свое личное мнение, кто был лучше, в какой номинации, потому что действительно сложно. Есть как минимум 2-3 в одной номинации достойные работы, и я думаю, мы сейчас будем очень серьезно спорить. На що ви звертали увагу насамперед при оцінюванні робіт? В этом году очень нравятся работы. Они на самом деле самые яркие из всех лет, самые насыщенные по своим изюминкам. Здесь есть работы, в которых можно отметить одновременно и прическу, макияж, стилистику. Я думаю, что Аня умолчала, но мы рады, что все работали хорошо в стиле. То есть задача, чтобы мы посмотрели на невесту и поняли, в какой она номинации. Мы за это боролись много лет. И на что мы обращаем внимание? Мы обращаем внимание на то, чтобы мы посмотрели и поняли, это невеста, это красивая невеста, это девушка, которую стилисты подчеркнули все ее достоинства, раскрыли ее красоту. И в то же время в ней есть какая-то изюминка, и мы можем угадать тему свадьбы. Множество работ можно спокойно снимать на обложке журнала. Они действительно очень фэшн, очень интересные и очень актуальные, современные. И нам предстоит просто погрузиться в каждую тему и в ней обнаружить самую свежую, самую интересную и профессионально исполненную идею. Які роботи вам запам'яталися найбільше? У якій категорії вразили вас? Ну, «Бізнес-леді» мені дуже сподобалося. І «Леді майбутнього». Не всі роботи рівнозначні, тому немножко теряєшся. Але всі моделі були дуже красивими, і роботи були достатньо продумані. Понравились роботи, які були не від кутюр, а прет-а-порте. З ними можна виходити і піри, добрі люди. Ну, заміж це, звичайно, так. Взагалі, мені сьогодні дуже подобалось те, що сьогодні великий праздник, і праздник, який організували організатори, їм велике спасибо. А кроме всего прочего, я хочу сказати, що у нас, у мужчин, наприклад, сьогодні взагалі удивительний праздник. Поруч зі мною організатори щорічного параду наречених. Скажіть, будь ласка, скільки тривала підготовка до цього свята? Готуємося ми з моменту окончання параду прошлого року. У нас вже починається робота над наступним. Ми починаємо думати, яка концепція буде параду. Ми починаємо придумувати, що буде за направлення стилю. Починаємо з медіапартнерами говорити і шукати партнерів. Спонсоров. Активная подготовка, длилась 2 месяца. Поскольку мы уже не первый год организуем, это наш 6-й парад, поэтому совместными усилиями с Александрой мы это все можем делать быстро. Все только начинается сегодня, вы задоволены тем, как все проходит? Мы в восторге. У цієї дівчини дуже яскравий, цікавий образ. З якої ти категорії? Богема. Скажи, будь ласка, саме яка богема? Хто ти? Там акторка, письменниця? Світська львиця. Зрозуміла. Як створювався образ? Хто його вигадував?
Создавала образ, создавала визажист, собственно, да, стилист. И зовут я? Танасюк Наталья. Вот, платье дизайнера нашего харьковского Дмитрия Захаревского. Вот, прекрасы. Прекрасы Светлана Багрий. Це дівчата, з якими я знаходжуся в одній категорії – бізнес-лейді. Дівчата, представтесь, будь ласка. Максимова Вікторія. Лисенко Юлія. Розкажіть, як сьогодні тривала підготовка? О, в якій годині ви підвелися сьогодні? В районі 3:00 утра. Подготовка продолжалась, конечно, достаточно весело, со своими приключениями, со своими нюансами. Как обычно, в суматохе происходила масса событий, но все-таки я рада, что все успели. И буквально за 5 минут до окончания регистрации мы были уже здесь и продолжаем принимать участие в мероприятии. Но мне удалось поспать до 6 часов. А вже у парку Горького відбулося шоу, постановником якого стала режисер Ганна Карамишева-Борисенко. У мене зараз просто відчуття переповнює. Це дуже драйвово, це дуже класно, це дуже супер. Я вважаю, що у нас сьогодні все вийшло. Дівчата просто супер. Люди нас сприймають дуже гарно. Все проходить так, як ми бажали, як ми хотіли, а може ще й краще. Парку Горького і були оголошені кращі роботи стилістів. У мене образ славянської богині, покровительниці сім'ї, домашнього очага, здоров'я, багатства. Вот такую я маму и представляю, которая хочет согреть своей любовью и опекать всех, кого только можно. Ну, в первую очередь, конечно, свою семью, своих детей. Ну, сейчас жюри оценило ваши зусилля по створению дуже досконалого образу. Тут все по-справжньому, все таке витончене і прикраси, і сукня. Скажи, хто створював, хто автор цього вбрання? Автор вбрання Ольга Гофман и Елена Кидонь. Молодые дизайнеры, это их дипломная работа была в этом году. Они медалистки, защитились на отлично благодаря этому платью. От этого это платье вместе с этими украшениями идет. От него и оттолкнулись и прическа, и макияж. Это переможниця у номинации «Гламур». Леди Гламур, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Скажіть, будь ласка, хто були майстри, які створили такий гарний образ? Мої прекрасні, талантливіші майстри – це Ксенія Кокс, візажист, і парикмахер Оксана Смірнова. Скажіть, будь ласка, яку саме леді гламур ви собою уявляєте? Уверена в собі, красива, умна. Но в то же время девушка в образе леди гламур, она не должна болеть звездной болезнью и не забывать, как правильно варить борщ. З чого ви створювали цей образ? На що ви спиралися, коли його створювали? На «Зв'язні війни». Дуже, дуже, дуже схоже, до речі, принцеса Лея, здається, так? Скажи, а для тебе цей образ близький чи ні? Ти бачила «Зоряні війни»? Я, к сожалению, не видела еще этот фильм, но видела много о нем. И когда мне Кристина сказала о том, что это будет, то я себе это хорошо представила и себя в этом отлично видела.
Скажіть, ви очікували, що переможете? Було дуже багато цікавих образів у вашій номінації. Очень много было. Если честно, я не надеялась, потому что действительно очень сильные работы, очень много труда вложено. Я не ожидала, честно. Як гадаєте, чому саме ви? У нас самая нежная невеста. Меня зовут Юрий Камбарян, я финалист «Голоса Украины». Скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішній захід? О, это чудо какое-то, это просто праздник. Парад невест, это всегда был очень значимым для города. Ну, а ще на учасниць параду чекали незабутні фотосесії в найромантичніших місцях Харкова. Наприклад, у палаці одруження. Ну вот уже 50 лет, в этом году исполняется 50 лет, как дворец бракосочетания принимает в своих стенах молодоженов. Здесь создаются новые семьи, здесь действительно творится чудо, чудо любви. Поэтому сегодня, в такой памятный, замечательный, красивый день, парад невест, здесь будет проходить фотосессия наших замечательных красавиц, замечательных невест. Все молодожены, которые хотят подать заявление и зарегистрироваться в стенах этого замечательного храма любви, приходят к нам сюда. У нас происходит регистрация и в четверг, и в пятницу, и в субботу. И, как видите, сегодня тоже дворец открыли для исключительного случая для фотосессии парада невест. Свадеб много, начался сезон, лето, осень, поэтому милости просим всех к нам на регистрацию. Це автотранспорт, на якому будуть рухатися учасниці параду наречених від палацу одруження до парку Горького. І найголовніша подія святкова хода – парад наречених головною алеєю парку Горького, що завершилась традиційним киданням букетів наречених. В этом году цветочный центр БАРТ решил впервые поучаствовать в таком мероприятии. Это для нас ново, это для нас было интересно. Сначала мы были только партнерами. Мы предоставляли букеты, предоставляли образ для невест. Но потом это нас настолько затянуло, что мы решили даже стать участниками. Наша девушка, наш флорист решила тоже поучаствовать. И, в принципе, вот мы приехали поболеть за нее. Понравилось. Чем? Такие красивые невесты, принцессы. Очень красиво.